Привет, друзья! В этом видео я покажу вам удивительную подборку товаров из игры PUBG. И в конце, по традиции, вас будет ждать конкурс на смартфон из выпуска. Поехали! Учебная граната. Это муляж настоящей гранаты модели М67. Сделана такая граната из легкого пластика, но при этом учтены все детали. Поэтому на первый взгляд от оригинала даже не отличить. Внутри муляж гранаты пустой, поэтому для увеличения веса можно добавить песок или что-то другое сыпучее. Легко помещается в руке. Включает в себя и страховой зажим, и страховой штифт. Очень легко и просто разбирается и собирается в первоначальное свое состояние. Шлем просто пушка, очень крутой. Шлем сделан из пластика, но благодаря черному цвету и краске смотрится как металлический. Очень легкий и красивый. Дизайн и стиль у шлема один в один, как у любимой многими игре PUBG. С помощью этого шлема можно прям почувствовать себя главным героем этой игры. А если еще и амуницию подобрать, вообще огонь. Ставь лайк, если сегодня уже катал в PUBG. Если заказать на Али бронежилет, то правоохранительным органам будет очень интересно, зачем он вам понадобился. Хотя и заказывать подобные вещи у нас вполне себе законно. Жилет очень легкий, однако он самый настоящий, пуленепробиваемый. Сделан из нескольких слоев баллистической ткани, достаточно прочный, однако от укола ножа он не защищает. Многофункциональный тактический рюкзак. Рюкзак, ну, очень вместительный. Фанаты игры PUBG оценят однозначно. Есть два отсека. Один основной побольше и второй чуть поменьше. Удобные широкие лямки, которые можно регулировать для удобного ношения рюкзака. Стиль и дизайн один в один, как у игроков третьего уровня. Рюкзак, кстати, еще и водонепроницаемый. Кто здесь любитель зарубиться в известную игру PUBG? Плюсаните в комментариях. Вы наверняка узнали эту гранату. Это учебная граната модели Smog M18. Размер такой гранаты 12 см. Эта мини-версия является полной имитацией настоящей гранаты. Даже есть имитация дыма. Происходит имитация с помощью диспенсера воды. Достаточно буквально 2-3 капли. Только не переборщите, а то произойдет замыкание механизма. И граната не будет работать в полную силу. Вода распыляется, тем самым создавая ощущение дымовой завесы. Не такой, конечно, как у настоящей гранаты, но все же. Работает граната от трех батареек 2А, которые в комплект не входят. Офигеть, какой крутой набор! В наборе идет не только ракетница с арбизами, но еще и бинокль, игрушечные канистры и фонарик. Но хочу остановить свое внимание именно на ракетнице, потому что в игре ее не так уж и просто достать. Ракетница сделана очень прикольно, в виде пистолета в красном цвете и с черными вставками. Длина пистолета около 20 см. В руке держать ее очень удобно. Заправляется арбизами и можно пулять. Кстати, если вы в игре все-таки найдете такую ракетницу, то с помощью нее можно получить какую-нибудь бронированную тачку. Любители игры PUBG однозначно оценят такой девайс. Триггеры выполнены, как вы могли уже догадаться, в стиле третьего шлема. Крутые штучки. Есть мягкие накладки и триггеры не царапают экран. Благодаря пружинному зажиму их легко установить. Думаю, подойдут для любой модели телефона. Кстати, триггеры можно настроить один на прицел, а второй на огонь и зарубиться в PUBG на смартфоне. В качестве крутого сувенира ценителю оружия отлично подойдет вот такая модель пистолета Desert Eagle, что в переводе означает «пустынный орел». Эту модель пистолета по достоинству оценят любители шутеров, киношных боевиков и коллекционеры, ведь это один из самых популярных стволов. Повторяет в точности оригинал. Металлический корпус, рукоятка с деревянными вставками, да еще и функционал сохранен. Отведение затвора, механизм с настоящими пулями, ну как бы настоящими, и даже взведение курка. Пострелять, конечно, не получится. Сувенир все-таки. Упакован в крутой подарочный кейс с замком. Я бы от такого подарка точно не отказался. Модный черный брелок из игры PUBG в виде крутого оружия. Я думаю, многие уже узнали сковородку. Стиль и дизайн сковородки точь-в-точь, как в игре. На ручке есть специальные отверстия для кольца, и можно смело цеплять сковородку на ключи. Или продеть, например, цепочку, и будет крутой аксессуар на шею. На дне сковородки, кстати, стоит клеймо в рамочке в виде названия игры PUBG. Ух ты, это уменьшенная копия пулемета, а именно миниатюрный миниган. Такой малыш приходит в разобранном виде, поэтому вы сможете почувствовать себя настоящим злодеем, пока будете его собирать и продумывать свой план по захвату этого мира. Главное все делать по инструкции, которая прилагается, чтобы не осталось никаких лишних деталей. После сборки получается крутой миниган. Масштаб такой игрушки в собранном виде 1 к 6. В комплекте еще идут ремень и запас патронов.
Игрушечный пистолет. Может стрелять как простыми шариками, так и арбизами. Кстати сказать, пластиковые шарики очень мягкие. Пистолет сделан в стиле игры Королевской битвы, так что фанаты оценят 100%. Это пистолет-пулемет УЗИ. Просто отличная вещь для начала игры. С таким пистолетом легко дать отпор врагам. У пистолета очень прикольный окрас. Он легкий, удобно держать в руке. К нему в комплекте идет пакетик с арбизами, которые нужно будет прорастить. Гоночный багги. Очень круто сделан. Гоночный багги – один из самых востребованных видов транспорта в PUBG. Управлять багги можно с помощью пульта дистанционного управления. Багги достаточно хороший, маневренный и быстрый. Багги приходит в разобранном виде, в формате конструктора Лего. Конечно, нужно будет немного попотеть, чтобы его собрать, потому что деталек очень много. Но результат вас порадует. Кстати, в игре PUBG при езде на гоночном багги нужно быть очень осмотрительным, потому что он открыт и вас ну очень хорошо видно. Пластиковая граната с шариками. Чем бы дитя не тешилось, как говорится. Граната открывается с четырех сторон, чтобы загрузить туда шарики. Кстати, шарики идут в комплекте в количестве 50 штук. Есть даже импровизированная чека. Когда снаряд готов, нужно просто бросить его и произойдет импровизированный взрыв. Взрыв в виде выброса загруженных шаров. Да уж, по квартире их собирать потом вообще не прикольно. Ну что, продолжаем про аксессуары из всем любимой игры PUBG. Это фигурка главного героя, который сражается в игре. Дизайн и стиль однозначно такой же, как и в игре PUBG. Конечно же, герой в третьем шлеме, синих брюках с наколенниками и в белой рубашке с закатанными в три четверти рукавами. Фигурка сделана очень аккуратно. В комплекте с фигуркой идет набор оружия. Есть и АК, и М16, и СКАР. Фигурка смотрится очень круто. Это просто, как говорится, отвал башки. Кнопка для клавиатуры в виде третьего шлема. Причем, несмотря на маленькие размеры, сделано очень аккуратно. А сам шлем на кнопке сделан из металла. Для кнопочки есть кейс для хранения с подставкой и прозрачной крышкой. Можно и просто использовать как аксессуар для декора. Смотрится прикольно. А кто у нас здесь мастер маскировки? Не вы, а с этим костюмом у вас получится очень хорошо замаскироваться. Костюм сделан из фейковых листьев и травы под цвет камуфляжа. В комплекте идут куртка и штаны. Если лечь в таком костюме на траву, вас точно не будет заметно. Отличный вариант для охоты, для разведки, не ну а вдруг, поиграть в пейнтбол, например, да или просто побеситься на свежем воздухе. Любителям безопасных гонок понравится профессиональный шорткросс болид, который оснащен мощным двухтактным бензиновым двигателем. Машина заднеприводная и обладает такой мощностью, что на полных оборотах ее практически невозможно удержать. За счет шипованной резины Monster Truck проедет по любой поверхности и будет входить в любые повороты, имея хорошее сцепление с дорогой. Шорткросс практически полностью состоит из металла, поэтому он достаточно ударопрочный. Его длина почти метр, поэтому трассу нужно искать побольше. Пульт работает до 200 метров. Отзывов нет, но это, видимо, из-за цены. Ведь за такие деньги машина должна работать как часы. Ох-ох-ох, а сейчас вообще, фанаты, трепещите! Bluetooth-колонка в виде третьего шлема. Вау, как круто! Колонка автоматически отключается, если ее не использовать в течение 10 минут. Звук просто шикарный. За счет округлой формы шлема звук распространяется на все 360 градусов. Поддерживает весь диапазон частот, включая глубокие басы. Заряжается с помощью кабеля через USB разъем. Все кнопки, динамики и бас-динамик качественно замаскированы. Выглядит колонка очень достойно. И офигеть как круто. Ставь лайк, если любишь катать в PUBG. Вещь, про которую сейчас пойдет речь, еще и не так просто достать. Я имею в виду в игре, потому что она доступна только на определенном режиме игры. Речь идет о гранатомете. Гранатомет сделан достаточно аккуратно, по размерам небольшой, отлично подойдет для роли брелока для ключей. На ощупь приятный, сделан из стали, смотрится достойно и интересно. Жаль, конечно, что такой гранатомет недоступен в основном режиме, можно было бы популять как следует. Крутая винтовка AR-15. Несмотря на то, что сделана она из пластика, выглядит очень достойно. Все детали, приклад, переключатели режимов стрельбы и затвор работают отлично. Винтовка приходит в разобранном виде. В принципе, сборка несложная, так как деталей не особо много. В качестве развлечений так побаловаться самое то.
Друзья, настало время поговорить о конкурсе. Принимайте участие в розыгрыше Samsung Galaxy A51. От вас всего лишь нужны лайк, подписка и абсолютно любой комментарий. Победителя я объявлю в следующем выпуске. В прошлом выпуске победил Онищенко Андрей. Пиши мне в личку,